Что бы бафать паладину? Кресты, кулаки, дай. Ты у нас, к сожалению, один паладин, поэтому бафаешь всем каски. Если кто-то попросит кулак вместо каски, бафнешь кулак. Запускали так, этого кулака? Нет, я же не знаю, какие ачивы мы будем делать, не я, Шерл. А чё я запустил? Вот и запустил. Чё-то запустил, не знаю. Ну вот этого дурака. Какого этого? Ну большого хранителя. ХМ режим запустил. А чё, как это? Блядь, ещё будет теперь? Ну ХМ-режим. Ой, ты чё, пьяный что ли? Не, я нет. Я просто хз, а чё, ну типа, если с ним не говоришь, а где машины тогда брать? Построится, ивент начнется. А как отключить ХМ-режим теперь? Навлять. Так можешь башни тогда сломать? Нет, надо инст обновить, чтобы доступны были для разговора как Бранзбород, так и вот этот чувак. Ну, ёбаный по голове. Секунду, это дука, мне милиция пришла. Давай, как обычно, выходите из инста. Паша, выйди из инста. У тебя что, дурь хороший? Фин. Он, короче, не выйдет. Сейчас я его кикну на время. Зацените трансмут пухи и шлем. Нормально смотрится. Подождите, его выкинет с инста, я выйду и обновлю. Тыквы что? Ну. Ну вот. А там ткань. Пушка прикольная. Пушка, ну. Ткань и противогаз, да? Противогаз вообще тема. Лютая. Жаль, латного нету. Все, его выкинула, выхожу. Все, я вернулся. Паш, я тебя кикнула, чтоб тебя из инста выкинула, плюс они обратно возьму. Все, я здесь. Ты что-то ко мне ходят, короче, а доказать ничего не могут, короче, ходят и домой зайти не могут. Че ходят вообще, хуй знает, ты будешь интернет не могу. Все, Паш. Может, они из-за музыки пришли? Ну, не знаю, возможно. Как-то так, ну, ходят и не заходят. Так, угу. Дарить с ним уже нельзя. Нет, че на собственность, ты че? Сложность я поменяла. Сейчас попробую с Бронзбородом поговорить. Ну а чё, подожди, а чё мы хотим на этом сделать? Не всё. Как он называется? Чё мы хотели делать? Уничтожитель пушек люди хотели. Так он изи же. Там, ну, так он в обычном режиме делается. В гер-режиме пушки убить нельзя, они восстанавливают себе тут же хп, они не убиваются просто. Не знаю, что к башне ехать сливать. А базарить это ни с тем, ни с другим. А башни сольешь, типа ХМ выключается, да, сразу? Не знаю, не пробовали мы, как нормальные люди запускали обычно. Блядь, сорян. И сейчас вот, перед тем, как я выходила, ивент запускался. То есть они уже построили нам тачки. Угу. Стоит один разрушитель, осадка. Так. Чоппер. Поехали, попробуем слить башни, посмотрим, сколько у него будет хп, с чего вайпнемся. Кому нужна ачива разрушитель пушек, садитесь в разрушители пассажирами, а не водителями морг. Пересаживайся. То вот второй разрушитель стоит. Приз, ты знаешь, что делать в разрушителе? Нет. Да, вылазь оттуда. Кто знает, что делать в разрушителях, садитесь. Ладно, я морха повожу.
Вот там Паша. Кнопочки были, стреляли. Паша или кто там, садитесь в разрушитель. Простя вон сел. Паш, иди садись к Просте. Паша. Просте? Паш. Паша другой. Паша Бендер. Паш. Или убавляй музыку, а потому что вообще себя не слышу. Я сделал все поднять. Тогда, не знаю, что-то нужно делать с этим. Так, ребят, все остальные садитесь, пожалуйста, в осадные машины. В осадных машинах должно быть по два человека. Один человек в пушке, второй человек за рулем. Втроем вы там сидеть не должны. Если человек третий будет сидеть в осадной машине, по нему будет проходить урон, так как будто он находится не в машине вообще. Поэтому, пожалуйста, по два человека в разрушителях, по два человека в осадках и остальные в чоперах, там два или сколько там чоперов. Я завис. Если вы зависли, если у вас нет панели, значит, ты третьим сел в осадную машину. Приз, жми Alt 4 и ходи заново. Не, а если ему место уступлю, пойдет, нет? Не надо, не надо. Просто, Паш, сиди в машине. Все, у тебя сидит человек в пушке. Ну, так я в пушке сижу. Нет, ты сидишь за рулем. Ой, я не хочу за рулем, у меня нет прав. Паша, у тебя кто-нибудь сидит в пушке? Наведи на иконку под мини-картой. Вижу, конечно, да. Желтое место. Я не могу прочесть ник, короче. Но это нет, судя... хорошо, слава богу. Это в посадной машине кто? Так, Кен же сел в чоппер. Посадный... Кто в пушке сидит в осадке во второй? Я. Хорошо, садитесь. Давай. Да, садись. Лимон сел. Итого у нас остался прист. Вот чоппер стоит. Прист, садись в чоппер. Видишь сзади тебя? Садись. Поехали, попробуем слить все. Все ведь в тачках, да? Попробуем слить все башни. Запустится ли обычный режим? Поехали по правой стороне. А, ну и не только по правой, но все равно башни убивать надо. И направо, и налево. Сливайте все маяки. Мне что делать? Я ни разу не ездил. Ну, Паш, просто езди. Будешь сбивать косты, когда скажу. Ой, я не умею. У тебя второй скилл, по-моему, электрический шок или что-то. Какой-то там шок у тебя есть. Электрический удар. Или надо сбить. Ну вот, вот как только утюг начнет кастовать, нужно подъехать к нему вплотную и сбить этот каст. Все, больше тебе ничего не надо. Вот печаль вообще, это проще, чем стакать кольчудан. Я постоянно как дебил кольчудан стакаю. Как так? Че здесь происходит? Я бы и зимой пошел. Кто там разрушитель? Ну, двойку, блядь, не единичку. Единичку, единичку? Какой? Вы че? Двойка это кольчудан, алло? Че с мобами, кстати, перед боссами вот, со здоровенными появится? Да, да, да. Ну, огонь. Бежайте налево, ломайте. Направо поедем. Застрял, застрял, ну. Алло. Кто это? Селендис, брат. Вот. Кто их застрял? Ты в порядке? Так, все, вылез вроде. Да разрушили маяк. Он застрял вот в этой башне. Откуда он вот. Ой, это не... Я уже думал, все. Ну все, да, ты струбали. Ребята, езжайте на... Прекратите флудить. Езжайте налево, ломайте башню. Мы поедем направо. Выключи, пожалуйста, микрофон. Запускали обычку. Дело в том, что мы запустили ХМ режим. Войт у нас запустил.
будет отремонтирован. Эта башня снабжает энергией молот Хадира. Считается, что он может обращать в лед целые армии. Я пока не могу. Что это за хрена? Без поломок мы не делаем. Вот у меня уже у тачки меньше половины хп. Это вы слева слили башни обе? Ребятушки? На второй едем. Ребят, я вам скажу... А, спасибо, Паша Бендер. Чинить это дерьмо, вот, чтобы хранители запускались. Что это за безобразие? Не знаю. Верно, я писала в Дискорде. Ты не одна такая. Так, справа мы башню сломали. Сломали обе вы или нет еще? Право зеленую точно убили. Нужно все три сломать. То на чоперах сгоняйте быстрее, пожалуйста. Посмотрите, все ли башни слиты, все три. Все три езжайте уже к утюгу, чинитесь и вставайте. А вот колчедан, он, если его сбить, он исчезает потом или нет? Или долго? А, он, да, нет, он недолго стоит. Исчезает, приходится заново. Сладко смотрю, половая стоит. Но он, наверное, когда резается, он сразу появляется сверху, да? Ну, типа, когда еще... Сразу, да. Да. Чоппер, починись. Ты, у тебя пол хп, вон. Чиноматик, заезжай. Куда ты уехал? Ребят, я вас сейчас просто по всей улице не соберу. Паш, контролируй, пожалуйста, ситуацию. Чоппер, вернись, пожалуйста. Это ты которому? Это я, Паша Бендеру. Я вижу, где ты стоишь, другой Паша. Куда ты поехал? Прист, куда ты поехал? Иди сюда, пожалуйста. Иди починись и встань. Вот видишь? Где? Ну ты же сама сказала сидеть, посмотреть, сели, вот, башня разрушена. Треугольник. Так это не к тебе. Это я Кенже сказала, потому что он знает, куда ехать. Иди ко мне, вот трусики на мне стоят. Иди сюда. О. Меня потерял? Ты только что мимо проезжал. Давайте, вы все там залили, едьте сюда, к утюгу. О, наконец-то. Слава богу. Езжайте к утюгу, там два чопера, одного подберите, приезд по дороге, где-то он там лазит. Не вижу его, ускакал уже. А нет, за вторым чопером еду. Кенжи, приведи его сюда. Идите оба, починитесь и вставайте. Вот, заезжай, приз, на этот, на чиноматик. Чини, сиди. Фул хп был. Ну, чифка, да, кстати, два окна делается. Так, ребят, давайте, разрушитель сюда везите, чиниться, осадку вторую сюда, мы вас тут уже ждем. Пока трэш не чистим, стоим, ждем всех. Сейчас подойду. Там, короче, я делал это, два окна... Видео снял, короче, на канале есть. Подпишите ко мне на канал. Я к тебе подпишусь. Прикинь, это взаимная, короче, это помощь.
А ты про че канал снимаешь? Ну там, ну вот эти вот рейды, которые мы ходим из О, так это 10 лет назад снимали. Ты вообще о чем вообще? Не, нового ничего не снимаю. Ну, печально. Нет, я не подпишусь к тебе. Я вон Wolf Raider посмотрел, нормально, вообще пацаны ходили, в актуале убивали, классно, красиво, зачетно. Да, у них же, они же на офи играли. Ну, какая разница, циркуль отличается чем-то от офа? Немножко отличается. Ну, немножко, так немножко или отличается? Отличается по-любому. Но... Хотите чистить трэш? Ладно, пообщаемся на следующем трэше. Пересмотрите ваши задачи, как только трэш долью, развернуться попой к боссу, откуда он будет выезжать, и разлить топливо перед ним. Посмотрим, сколько у него хп и запустился ли обычный режим, так как слили башни. Осадки у вас есть, у пассажиров есть скилл такой, подбивать колчедан сверху, чтобы разрушители этого не делали, делайте вы. Про косты я сказала, стакать тут, ну, постакаем, конечно, тут мало хп будет в обычном режиме. Пока не сбивайте. Он уже сейчас вылезет, уже сбивайте. Ладно. Сюда можно сейчас разбить уже. Обычный режим. Только я тебе скажу, запускай, ладно? Примерно процентах на 5 сбейте осадки, подъедьте вплотную, сбейте кас, быстрей. Не сбили ничего, короче. Чего не сбили? Запускай, давай, нажимай на шестерку, морг, быстрей. Стоп по боссу, стоп по боссу. Еще раз садись ко мне, быстрей. Не бейте босса, не бейте, садись быстрей. Сел? Сел. Снимай шестерку. Я забагался, короче, забей. Падайте, все равно уже и чинились, и все, падайте, вылазьте, умирайте, я не знаю, что хотите делать. Что, получается, нет? Дайте, падайте. Надо было еще ближе подъехать. Ну сейчас он будет стоять. Надо, наверное, знаешь. Вы ачивку хотите спустить, ребята, да? Да. Ребята, смотрите, вот я две осадки. Обе были живые. Обе непонятно, чем занимались. Я вообще не знаю, что вы делали. Я попросила сбить кас, ни одна не подъехала, не сбила. Он так и докастал. А если бы мы были в ХМ режиме? Я вот сбивала кас, я не знаю, почему по нему не сбился. Именно у меня, я ничего не могла сделать. То ли мимо, ничего мне не отобразилось, и рядом была, это не на большом расстоянии. Я не знаю, почему он не сбивался. Я дважды его сбивала. Падайте. По крайней мере, завелся обычный режим. Ну вот, Юль, я тебе тоже скажу свое оправдание. Я просто в осадке не знаю, что делать, короче. Вот, ну, я не скрываю правду. Все, я поняла, Паш, все нормально. Я рак, короче, вот и все. Власти из тачек. Они умрут там, нет, или не умрут? А, да. Нет. Падайте, ребят, покидайте тела и бегите к порталу сразу. Портал юзайте на плац или куда там. Давай я сразу на чоппер осяду, короче, и не буду голову греть. Все будет сделано в идеале. Все нормально. Ребята все поумирали, нет? Да. Сейчас нужно будет немножко подождать, если там бой. Нужно будет немножко подождать. Он разбагается, раздуплится. Все нормально будет. Конечно.
то же самое, только пораньше нужно, ребята, наверное. Потому что очень много урона было. Сколько человек чего-то хочет сделать? Да, только Мурху, я так понимаю, надо. Ну так давайте сейчас просто не будем бой начинать. Ты его погрузишь в пушку, стрельнешь первое и потом катапультируешь. Но нужно ровно на спину ему направить и все. И он летит. Чуть-чуть, он чуть-чуть не долетел. Я видела, куда он приземлился. Можно же сразу, когда он выезжает, в лицо ему стреляешь, он запрыгивает, да. Но... Ребят, как вот вы до этого сидели, так и садитесь, хорошо? Иди, Мурку. Я не согласен. Бендер, я в левой. Уже, Паш, иди к Прости. Прости уже пассажиром сидит. Мурх, иди сюда. Тоже еще... Вы все, что ли, пьяные сегодня, ребят? Мурх, иди ко мне, пожалуйста. Христа где ради. Где ты? Вот на тигре. Хочешь, вот давай на непобедимого залез. Вот. А, слава богу. Давайте. Пересаживайся. Как сидели, так садитесь. Иди залазь в свой чоппер. Знаю, куда твой чоппер делся. Вон, вдвое в чоппер. Короче, Паша, ребят, у кого в разрушителе, в осадной машине есть слот? А, там Паша занял чоппер Кенджи. Посадите его кто-то себе в осадку, пожалуйста. Садись к шаману. Садись к шаманке. Сейчас я приду. Один, два, три. О, привет. Да, ты же придумал. Ребенок, ушла тебе 5 секунд. Пересели там, алло. Лимон. Что? Ты в пушке? В осадке? Да, уже в пушке. Так залазьте, кто там должен был? Кенджи, иди в осадку, вот она стоит, вот она. Садись. Во, красавчики. А где маг? Че, она без машины, что ли? Я тут, извините, чекаю. На ней все в машинках. Давайте колчедан. Теперь у меня баб какой-то отображается. Он же сейчас должен запускаться заново. Сейчас еще с машин нас скинет. Или нет, надеюсь, нет. Не стреляйте, ничего не делайте. Чоппер заехать на нас, чтобы заехал. Назад отъехали. Сейчас... Кто еще с машин скинет нас? Отъезд, не едет. Загружайся там уже в катапульту, кто там пассажиром сидит. Все нормально. Во, начался бой, давай. Снимай. Снимай, Мор. Лайс. Че, залетел? Yes. Вроде да, он кто-то там едет. Бьет. Я его подберу. Я сейчас пересняду и подберу его. Тебя сейчас выкинет? Ты-ка в этот же разрушитель сядешь. Я пересяду, тебе место дам. Есть колчедан справа далеко. Ну чё там? У меня почему-то вообще дамаг не идет, невосприимчивость. Пушкам сносится вообще-то. Я не вижу. Не бейте утюга. Вот вижу, огненная пушка Левиафана 60. А, да, у него регенится. ХП у пушек. То есть у него... Он его сносит, как в ХМ режиме, он его сносит, оно обратно прыгает у него. Чудесная ульт, да? Ну, короче, соло делается. Наверное, это правда, без запуска этого дурака делать надо. Ну, так что переживать не стоит, соло делается она. Ну, либо в окна, либо в два человека. Ну, вообще да, но ты сразу скажи спасибо Войду, что он запустил ХМ режим. Спасибо, Войд. Давайте. Что это дерьмо влияет на это дерьмо? Писайте, кто умер, лутайте. Риня опять. Хиловская на Эршаму нормально.
на посланника титанов. Ну, на посланника титанов, да, можно нацепить с МП-5. Чё там, зергаем? Поясните, пожалуйста. Спасибо. Нашёл рез, да? Я тебе этим ножом резу. Мне нужна цель. Чё, зергаем острокрыло? Да, наверное, неохотно ничего жарить. Надо да. кому-то жарить. Давайте сколько пожарим, сколько выйдет, столько пожарим. Сколько получится хотя бы. Угу. Короче, ребят, смотрите, я так понимаю, Войд, во-первых, бестолочь, во-вторых, никакой он не РЛ. В общем, рожать придется мне, поэтому... Так, сейчас я рыбку посмотрю. А если я поставлю? Спасибо. Короче, БДК. Ну вот, Войд у нас и посидит на этих, на мобах. Войд сидит на стражах, Морг собирает весь остальной трэш. Ребят, вы бьете всех, кроме стражей. Юль, я БДК ДДМ, я писал. У тебя нету БДК? У меня есть БДК. У меня есть БДК ДДМ, но у меня нету танка. Да, соло затанчу, нахуй, не очкуйте. Это как вообще БДК ДД, это как? Это хорошие циферки, поверь мне. Лучше, чем манхолик. Мне второй танк нужен, как ты будешь танчить? Да соло затанчу всю эту хуйню просто. У вас есть 5 минут? Я спекнусь. Давай, есть. Да, давайте сейчас. Можешь и в ДД быть, кроме шмот просто надень. Символы у меня все с собой. Да просто танка шмот одень и не пас. Привет, no. Бегемот. Привет, Булка. Я уже полчаса с тобой разговариваю, а ты меня как всегда игнорируешь. Привет. Так, ребят, пока у нас там ДК настраивает, протовар у нас сидит на стражах, весь остальной трэш собирает ДК. Все вливаются в, я не помню, как их там, защитники всякие, в общем, стражи. Эти, не стражи. Дозорный часовой, да. Все вливают в них. Как только две пушки готовы, я спускаю, встаем, собираемся вот здесь стоит сова между пушками, сюда же нам подводят трэш. По боссу стопать не будем, то есть вы сразу начинаете его бить, он нам быстренько сколько пожарит, столько пожарит, взлетает и такой же дубль. В общем-то все, не будем стопать по боссу, не будем затягивать время, просто внимательно слушайте орка. В лужах не стоим, естественно, у нас хилэр шам хапа. Хила вагон. И тележка маленькая еще. Ты видишь ШП? Что ШП? Это говори, видишь ШП? Маленькая тележка еще. Ну, сказали вагон хилов. Шамчеволонер есть. Ништяк, у меня тоже есть волонер. Я тоже. Классная пуха, да? Пушки шамана надо, пояс. Не, у меня на ДЦП волонер. Пинку надо. А щиты не стакаются, как быть? Запястье. В смысле, на ДЦ не стакаются с лонером щиты? Да? Хрень какая-то. Да это не хрень, так и должно быть. Спроси у Юли, она в курсе. О, а есть почта? На самом деле, вот эти вот волониры тоже вот тем же ДЦ, они все засирают. Они просто крадут у них весь абсорб. Это вообще нечестно. И вообще, по сути, никому, кроме шамана, так не профитен волонир, как остальным. То есть я вот все тоже на приста собираю ради баловства. Я себе холи-паладину тоже сделала волонир, и то, чтобы просто стоять в Долоране и понтоваться. Нахер он холи-паладину не нужен. Только шаманам он профитен, ну и рдру еще более-менее. А так, это все фигня, понты. Вот, вот, жуху мы вот с холи гоняли, когда
я шамана с фуланиром килил. И чё, и куда ты делся твой абсорб? Вот-вот. Не, да, реально, шаму заходит. Вот это да, шаму друиду еще зайдет. Вообще нормально зайдет. Вот, остальное все это реально понты. Остальным тиранас. Ну, или там, либо прилив. Кто может таскать? Смотрите, я в плитках застрял, меня замуровали. Ну, печально, чё? Смотрите, половина просто тела. Сейчас не хуя, сейчас сяду. Ну, чё, будешь жить теперь в ульде всегда. Челка тебя больше никто не возьмет. Побежишь, ноги оторвешь, так что не бегай. Помнит кто няньки фильм, когда они это, плитки-то эти приклеили на ноги, блядь, они потом шагались. Да-да-да-да. Там два близнеца, да? Ну, я думаю, тут это плитки побольше будут, чем у них. Ты вряд можешь дурак шагать. Так, все, заканчивайте судить. Морг, что ты там? Паша, выключай музыку. А картошопер где? Здесь. Здесь типа в рейде или здесь типа где? Здесь, в РК и в рейде. На войне? Морг, что ты там? Волей мертвых не забуду скачать. Чё, Морг тут, дайте ему баф, он вообще не забафанный. Да, суманьте сову тоже. Сову суман. Ты ж ДД-спек, ты чё? Или это танк у тебя такой? Чё, пришёл суман? Я тут. А что ты сносил, какой спек? ВП или какой? Типа сейве бафа. Дайте каску по сейве. Ша. Дайте каску пристабав по сейве. Пристабав вижу. Могу на АП крикнуть. А, вар кричит отлично, можно прокачать. Паша, дай, пожалуйста, по друиду каску. Я сейчас дам фул баф, не переживай. Давайте, давайте уже чек. На бафы, на готовность, на все, на АФК, на все, на все. Если все готовы, я буду запускать. Еще раз напоминаю, бьем всех, кроме стражей. Все готовы, я запускаю. Блять, там уже мобы идут, да? Ребята, стражи не бьем, не бейте массы, приз, не бей массы, только дозорных и часовых, стражи не бьем. Приз, стражи не бьем. Приз, стражи не бьем, доты не накидываем. Убирайте стражи. Убивать у нас будет проще, и я. Иди их немножко, чтобы они их не соблазняли. Давай без энтузиазма. Так их проще соблазнить. Иди немножко отсюда. Еще один трэш и буду запускать. Сейчас их бьем. Массы исключите. Вместо меня общит умирает чуть-чуть. Уже запускать будем.
давайте собирайтесь между пушками, где начинали. Пойдемте, я запускаю. Давайте, давайте, идите сюда. Просто подбивай. Все, идите ко мне сюда, вставайте. Вливайтесь в босса. Массой, выйдите из лужи немножко. Массой никто не бьет. Вливайтесь в босса. Ни копий, ничего не жмем, ни массы никакие. Вздохнет уже. Ну. Вздохнет. Сколько пожарили? Сейчас скажу. Приличных вышло в первой пачке, да? Да, поубивали много. Сколько пожарили? Посмотрите, ребят. Да штук 5, наверное. 6 штук. Ну хорошо. Ну всех. Отлично, с первого рота. Дозорных убивайте. Просто помогу подбить. Танки, вы что делаете? Танешь? Ну, забегайте, забегайте, все, пижами, ой, блин. Хилы по очереди падают. Я стоял, хилил, короче, никого не мешал, короче, где баф пошел, было нормально, да? Просто не буду мешаться тебе. Я помогу. Кубик пушки готовы, давайте собираемся. Просто. Также собираемся перед рожью, также вливаем в босс. Трэш не трогает никто. Вы уже вышли? Помочь или нет? Нет, я сам вижу. Все, она уже не поднимется, все хорошо. Одного не дожарили, да? Двоих. Ты, по идее, должна отдыхнуть. И бейте все равно массами. А, все, уже убили. Ладно, добивайте. Сколько в общей сложности пожарили, посмотрите. 9, да нормально. Еще там сколько, 16, да? Угу. Кто с нуля начинал? Я тоже с нуля. Ой, сука, макрос ебаный. Бля, это ты дурак. Только не упала. Так, пойдемте на этого, на огненного. Шаману рисните. Снимите шамана, да. Юля, а чё, она зайдёт на посланника, короче, на грудина, не? Всё, что не вышло. Смотри, да на 219-й, можно, ну хотя неплохая, статы вообще хорошая, 62, ну, хосты вот, и МП-5. Средний, какой МП-5 вообще, паладин и МП-5 это ничто вообще. Ладно, ладно, хорошо, нормально. Да, ну я серьезно тебе говорю. Ребят, я не могу магом резать, резните, пожалуйста, шамана сзади. Как только захили трэш, так сразу. Ну меня долго будет клифом долбить, нет? Отвернете, может, нет? Спасибо. Сейчас пожалуйста. Все, резнули там тебя, да? Да, кто там? Дождешься ты. Да, сейчас я ходил. А, ты уже зашла. Случайно. Так, давайте по два моба. Сначала там правых или левых, кто ближе будет. Не будем всех четырех собирать, чтобы не летать тут. Вон эти идут. Давайте этих пока. Быстренько заливаем по одному. Чем быстрее зальем, тем меньше будем летать. Красава Войт. Дал Войт. Сейчас
волна откатилась у дураков. Не успел, да, но... Этих всех четверых собирайте, трэш заливаем, даем фулл баф, ману, пиваем, начинаем. Что-то побей через взрыв. Собирайте четверых сразу, ребятки, чтоб быстрей. Ка. Морох на бойсе, войд с трэшем погуляешь, ладно, подобьет, просит тебя. Эти бафы, наш шаман падал, паладин падал. Каких бафов не хватает, пишите. Чек на готовность. Женя, Паша, Женя. Все, все готовы. Морг, давай. Дерзкие глупцы! Ваша кровь закалит оружие, которым был завоеван этот мир. Да поглотит вас пламя презрёт войны Железного Тигеля! Да свершится воля Творца! Ой, трэш. Каст, кастер, стоп, каст. Дальше дамажим. Строй разохил. Потом обожди, потом обоих раскаляй. Они исчезают еще стаки. Да. Поэтому нужно сначала двоих собрать, потом... Ребят, по боссу больно не долбить, потому что второй моб еще не вышел. Сейчас слева должен выйти, да, наверное? Вон вышел. Вот там опять схватил. Ага, Морх, если что, кинешь таунт, чтоб не поупивал РТТшку на трэш. Стоп-каст, кастера стоп-каст. Войд, забирай двоих мобов. Раскаляй... Кирюха, готовься подбивать. Где второй? Не знаю, только же что тут гуляю. Ну ждем. Дотки не обновляйте. Ребят, все, стоп по боссу, бегайте, ждите, когда второй моб вылезет. Все, все, стоим, хилимся, живем. Есть у меня тачило, ты че? Ну, когда Войда выкинет. Бейте по боссу, не обновляйте дотки, шипы сейчас дотикают твои. Каст. Не знаю, сейчас под... Вон. Меточку на него. Раскаляй обоих. Жух, не стойте. Ска, ребят, не подходите, когда их будут бить, иначе вас ваншотнет. Все, оба раскалены, просто подбивай. Че они там? Опа. Вроде расколол. Да? А, все. Да, добивайте, да. Бросьте. А там он, когда человек, который. Может он близко стоял, чек. Да, стоп-кастер и каст. О, да, бывает. Ваншот. Там мили как бывает ваншотит. Да все, сделали и сделали от чего. Ага. Все, ребят, резайте просто, дайте ему сразу баф и пойдемте на робота.
дебаф ему на ходу. Роботе делаем, как обычно, ХМ режим. Ребят, я забыла спросить. А, да, точно, я ж не РЛ, да, давай РЛ. Прости, брат. Че, маги, одевайте там, снимаем шмот, первые скиллы первого нового и конус холода. О! Конца у нас нет, хреново. Шаман будет так. Шаман будет кидать в них корни. Ну, будем вот так, короче, по кругу их водить. У шамана нету корней, я же не лем. Посмотри, а сова да. Может что-то тут? А, ну, корни. Ну, так они у него одни. Тайфун. Он дамажит. Подожди, прости, мне что, весь шмот снимать? Да. Весь? Меткость что оставляешь, остальное все снимаешь. Можно пушку и три не снять. Ну и все оставить, да? Окей. И фрост новая, конус холда первого левела. Ну можно еще стрелу первого уровня выкинуть на панель. Ледяную. А кто еще может? Фир какой-то канает, по-моему. Их же надо вообще держать. А вообще на них все, кстати, это действует, эфиры и все. Только знаете, вот каких нюансов, я не знаю, каких мобов нужно заводить в рейд, чтобы взрывались? Вот Паша бум-боты. Бендер должен знать. Бум-боты, шарики такие. Бомбочки такие. Знаю, я уже себе сделал тлачу. Не, на всех чарах есть, но я никогда ее не релил. Сейчас фирять трэш тут опасно, потому что он разбегается по всем сторонам и тогда не кучкуется, в одном месте стоит. Так что его либо откидывать надо, либо корнями, чтобы, ну, элема у нас нету. Либо там ханты и ловушки могут ставить, но ханта у нас тоже нету. Не знаю, этот рейд не подобран под ачивку, но попробовать можно сделать. Я пооткидываю, как бы. Я еще могу барабаны. А у тебя же мод первого уровня, вот этот удар грома тоже есть, да? Который АОЕ вот этот замедляет. Так, не, его нет. То громовая поступь, что ли? Как-то так, я не помню, как он делает. Но, нет, да, но у нее откат большой. 2 минуты. Ну, как бы все равно, нормально. Ну, у нас 2 мага всего, которые будут замедлять. Ты про что, про ударную волну, что ли? И, блин, ну вот этот молотком он бьет, замедляет скорость передвижения. Молотком, так это стан. Есть щитом замедляет. Массовое замедление у тебя есть, ауе. Массовое это фурики. Это фурики. Вы, конечно, в это вармсе, короче, я могу вармсе спехнуть. Можешь спехнуть. А что если я спехнусь? А, ну танк-то нужен один фиг. Хреново, в 2 мага будет сложно. Ну это, наверное, знаешь как? Это вот типа вот 4 кучи, да? Типа вот этих ближних куч вы этого приморозили, да? Потом бежите к этим дуракам, которые отсюда бегут к боссу, да? И не знаю, что им дать. Получается, босса надо завести на ступеньки наверх. Потом, как вот эти ближние подойдут ближе к нему, и надо будет его вести вот сюда, короче, ко входу. И они типа за ним пойдут. И потом вы уже новую сможете 2 пачкам дать. Только так, наверное. Ничего не поняла. Давайте трэш-то по бокам зальем, если вы собрались это делать. Мы вряд ли сделаем. Да, думаю, таким составом мы не сделаем, но кому-то же приспичило. Так может тогда не будем делать? Это ж ты просил! Ну все равно не делаем. Ну если кто-то на ханта может зайти там. Может мы потом сделаем в рейде с тем же Бонаквой и с ребятами, которые шарят, не, а то тут некоторые даже тактики не знают. Ну так давайте тогда пойдем и это сделаем, как он, сбить косты там. Там же да это сделаем, да. Так, ладно, давайте, все. Короче, делаем, сейчас оденусь обратно. Да, делаем хэм режим. Сейчас оденусь. Ой.
чё я буду вас напрягать в натуре? Так, ребят, смотрите, бьем босса, бурсты с пула не прожимаем. Как только у него уваливается сердце, все бурсты вы жмете на сердце. Сердце заливаем на фум. После того, как сердце залили, выходят пачки трэша. Этот трэш нужно как можно быстрее залить. Особенно не элитных маленьких бомботиков, хламоботиков, этих маленьких бомбочки, короче. После того, как заливаем трэш, весь трэш, переключаемся обратно в босса, даем рост и заливаем его. Будут кидаться две метки, черная и белая, крестик и черепок. С черепком убегаете как можно быстрее из рейда и как можно дальше. Под вами разливается лужа. Как только лужа разлилась, бежите обратно в рейд и продолжайте дамажить. С крестиком можно стоять в рейде, у нас два хила, все и все захилят. Милики, будьте внимательны, чтобы никого там не затянуло и вообще. Чек на готовность. Пусть, а чего не хватает? Много чего. Я же вам сказала, ребят, на ходу разбафайте мага, он падал. Ну, шипала какая-то. Аша, дай, пожалуйста, каску по магам. А он еще на Игнисе. Ну, блин, давай я тебе тогда бафни тебе кто-то 8%-ную и есть так будем без... Я бафну 8%. А, все, уже бафну. Все, еще раз чек и начинаем. Настя одна, захилишь тут. Отсмотрите, чтоб трэш не доходил до рейда, хил один, не напрягайте. Все, все готовы, морг полетел. Сердце. Матушки в трэш, давайте, 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 не ленитесь. Блин, ДПС жалко. Моботиков маленьких. Давайте, босс. Трэш тут залейте, кто поближе. Угу. Мобик остался. Карку к себе, морг, подтяни. Хил один. Вернусь. Вернусь к себе. Да, ну, мало, ну, это такое, то что хил один, чтобы она ж наносит какой-никакой урон. Бей через взрыв. Фрося, пенёк. Специально меня затянул, да? Это не ты, ты не там стоял. Да. Молодцы. Стебель, портуйтесь. Настя одна хилишь пока. Если Паша не будет, ага, потом за меня. Все, видать, милиция там что-то доказала. Пропал наш друг. Видимо, да, 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 да. Паша, аккуратно, хил один, всех не собирайте. Давайте по штучке по три. Пирожков надо кому? Жрать. Чем пирожки? Да, да, пирожков, да, да.
Сейчас. Нитья. Треби. Вон, возьмешь потом. Как стоит? Дальте все, диспельте. Потом. Кто диспелит тобой? Диспелить-то некому. Раз диспелы кинешь, если что. Нам так или иначе нужен паладин, потому что Павла я, короче, кик, он вообще ухнулся. У нас вообще никаких бафов не будет, если мы Павла не берем. Это зачем бафы? Ну, во-первых, хотя бы касочка не помешала бы. На касочку я могу бафать, на барабана есть. Ну, все равно Павл есть, Павл. Каски это так. Тут мапа, нормальный баф. Как не стоит? Кто в РК? Нет? А нету. Да. Ну тебя просто плохо слышно, очень я тебя тихо. Просил, мы не реген ману. Нам нужен реген ману. Бей через взрыв. Я вот сейчас на фул прибавил. Я сейчас на фул прибавил громкость, и то тебя еле-еле слышно. Ноги встаньте. Че, сейчас надо заливать? Нет, ты не понял, у тебя в книжке есть такой скилл, как взрыв разума, то есть ты, получается, его будешь в ротации использовать. Как вырыв. Ребят, под ноги встаньте, чтобы мобы не прыгали. Сейчас подождите, я быстренько хоть кого-то доберу. Thank you.